Тигры вернутся в Казахстан спустя 70 лет после полного исчезновения. Меморандум о совместной программе по реинтродукции животных заключили Министерство сельского хозяйства и Фонд защиты дикой природы WWF. В ближайшие 7 лет в стране планируют воссоздать среду обитания для полосатых. В планах восстановить пойманные леса и сформировать здоровую популяцию других животных. Природный резерват расположится в историческом месте обитания тигров или в Балхашском районе. Сейчас их численность во всем мире не превышает 4000. Ожидается, что первых тигров завезут в созданный заповедник в 2025 году. Проект станет имиджевым для Казахстана и позволит развить экотуризм, подчеркнули в ведомстве. Отмечу, что животные не водятся в Средней Азии. Последняя популяция вымерла в 40-х годах прошлого века. Следует отметить, что данная программа, она продолжительная, и реализация данного проекта, данный проект непростой, потребует продолжительного времени для его реализации, и в первую очередь требуется создание особо охраняемой природной территории, где предполагается восстанавливать популяцию тигра. Летом текущего года Республиканской бюджетной комиссии была поддержана инициатива Министерства сельского хозяйства по созданию государственного природного резервата Илья Балхаш с 1 января текущего года. Проект реинтродукции тигра в Казахстане станет частью глобальной инициативы по удвоению их популяции во всем мире к 2022 году. Этот проект не просто по сохранению популяции тигров. Он прежде всего призван научить нас дружить с природой и беречь ее. Я уверен, что программа станет успешной и привлечет внимание всего мира.